Привет, зритель! Четвертый ролик за сегодня, правда, первый я смонтирую, не знаю когда. Сейчас я буду вскрывать при тебе, вот ножницами запаслась. При вас, зритель, вскрывать, может быть, кто-то на вы хочет, кто-то на ты. Пару посылочек, одна точно с Жума, другая, наверное, с Алиэкспресс, я надеюсь. В общем, и обозревать их. Посылочка! Сегодня мне она отдалась, а наконец-то руки. Ой, блин, у меня телефон где-то там, и я не смогу сказать, когда я это заказывала. Но что-то вот оно в Россию пришло, пардон, очень быстро. А по России от Москвы до Углича шло как-то, ну, вообще, не знаю, пешком, наверное. На четырех руках и ногах, ну, в смысле, на четырех конечностях. Сколько оно стоило, я тоже что-то уже не помню. По поводу Джум, меня на него подсадила подружка, и я в первый день профукала 444 рубля. Практически еще бы одна четверка, и было бы число смерти в Китае символическое такое. В общем, вот такое вот. Так, где прорезать-то? Вот так, наверное. Вообще, одно из я заказала себе наклейки на клавиатуру компьютерную, потому что у меня одна буковка стерлась нахрен. Буква «Дзи». Ну и как-то подружка моя сказала, что все оттуда доходит бесплатно и вообще все в таком духе. И я как бы... Вот они, наклейки, все-таки вот они, как я правильно поняла, это вот они и есть. Ну, слушайте, нормальные наклейки. Что-то, по-моему, они 70 чем-то мне обошлись. В общем, вот наклейки. Они действительно пришли. Они целые, невредимые. Так, что у нас тут? Русиан. Русиан, русский. Клавиатура. Ой. Любой цвет, любой язык. Синими у нас буковками написаны русские буквы. Кверти и цукен. И беленькими у нас написаны белые, эти английские буквы. Хотел, да, беленькими белые буквы. Синенькими синие буквы, беленькими белые буквы. Вот. Так, слушайте, по-моему, такая очень плотная наклеечка. Не то, что я покупала, черт знает когда. Короче, в общем, вот тут такая фигня, на которую это клеится, да, она такая гладенькая. Напоминаю, знаете, что? Пахнет чем-то таким странным. Напоминает обложки, вот, которые вот на школьные учебники делали такие. И вот сверху она такая на ощупь, как бы мелко ребристая. Я думаю, что это вот, ну, у меня когда-то такая клава была, она долго не стиралась. Жила вообще 300 лет практически, а мне самой 400. И все мои. В общем, я думаю, что эти наклейки не должны так быстро стереться, в отличие от той клавы, которая вот сейчас у меня. Она удобная, хорошая, она даже живет с Linux'ом, там все написано было, Mac, Windows, Linux, Dex, или как ее там. Короче, DNS-овская марка, DNS-овская клавиатура. Но вот внезапно одна буковка стерлась. В общем, вот такие наклейки. Хорошие наклейки. Надо вот как-то своять ссылку на этот ролик потом и на Джуме написать отзыв первый. Первый отзыв на первый заказ. Спасибо Джуму. Вообще, я вот, можно сказать, тут можно купить, что там у каких-то китайцев, но здесь я уже давно не видела наклейки. Там, где покупала раньше, магазин откинулся, закрылся, в смысле. Там, где покупала еще раньше... На меня смотрят, как баран на новые ворота, и уверяют, что никогда таким не занимались, ничего такого не привозили. Ой, у меня там что-то обновилось. Интеловские дрова. В очередной раз. Потом уж обновлю совсем. А на Озоне я, короче, заказывала такую шторку. Как раз вот распродажа была 11 ноября. И она тоже как бы... Сначала она перешла границу, вот месяца полтора назад. Что-то так очень быстро... Перешла границу и зависла где-то. Потом вдруг она снова перешла границу уже в начале декабря. Ну, где-то вот числа 10-го. И снова зависла. Ну, и вот, наконец-то пришла. Я думала, уж не придет. Я не помню, почем счастье. Но что-то около 100 рублей вроде. Да, вот такой пакетик.
Первая посылка с Алиэкспресс на этот адрес. Сейчас узнаем, что там у нас пришло. Я, правда, когда ее сегодня забрала с почты, вообще на почту ушла чисто за конвертом, я даже уже не ожидала, что однажды мне что-то придет. Тут так подумала, блин, а как я ее вешать-то буду, если там вдруг гвоздей не будет. Ну, моя подружка, когда у нее в среду была в гостях, она сказала, ой, блин, опять зеваю, пардон. Что, ну, что-то стало говорить, о, мне пришла посылка, то есть, я говорю, мне до сих пор еще ничего не пришло. Она говорит, ну, говорю, что границу там какие-то вещи перешли. Она говорит, ну, значит, скоро придут, потому что, говорит, мне тоже пришло. Я не понимаю прикола вот этих бесплатной доставки с этого Джума. Они, ну, меня, во-первых, оно мне ничего не отслеживалось. Оно только вот то, что в самом телефоне, в этом приложении, там где-то писало, что вот местами вышло, местами дошло. Или где-то оно есть. В одном месте было просто написано, что на две посылки или как-то так. Это что, куча всяких бесплатных посылок собирается, суется в один большой мешок, где попутно что-то более ценное шлется за какие-то там типа деньги. Накладка, навеска, и потом где-то уже на таможке раскидывается, и вот это туда, это сюда, так что ли? Кто в курсе, дайте знать в комменты. Короче, в общем, должна была быть, по-моему, да, вот такого цвета, зеленая занавесочка. Сделана в Китае, где бы что-то делать-то могли. Вот она, вот такая вот. И она должна висеть, и вот так ты через нее проходишь. Не помню, такой я цвет заказывал, не такой. Но вроде как зеленый. Надо было вообще на Али зайти и глянуть, но я что-то вот совершенно забыла. Как тебя вскрыть-то, пакетик? Здесь вроде какая-то наклеечка. Наклеечка. Какая-то вот фигня тут прилипла. Ну, это типа мусор, наверное, красненькая ниточка, фиолетовая ниточка, серо-желтенькая ниточка. Я думала, там какие-то веревочки, вот, или еще как ее там, ну, за что крепить. Но тут ничего такого нету. Но зато сердечки вырисованы на этой штуке, вот, не знаю, вам видно или нет, я вот вдруг внезапно увидела. И вот сами сердечки, вот они так и есть. Видимо, надо будет веревочку протянуть через эту хренотень. Я-то думала, ну, в смысле, что вот какие-нибудь петельки там будут на ней или что-то такое. Веревочку протянуть через вот эту необработанные края совершенно практически. Но оно вроде как не будет распускаться так уж сразу там. Да, вот, короче, вот через нее протянуть веревочку, ниточку. И на какие-нибудь гвоздики повесить. Надо узнать, там есть у меня вообще гвоздики-то или нет. На что вешать-то? Тут опять какая-то нитка. И оно вроде как метр должно быть. Не знаю, метр или нет. Ну, в принципе, само по себе такое неплохое. Короче, в общем, вот внезапно мне все-таки дошла моя заказочка. Тут опять эти белые какие-то нитки вылазят. За такие деньги что еще хотеть, в принципе-то благо, что дошло. В общем, вот такая вот занавесочка. Я надеюсь, что в ближайшее время, ну, не так, это 2-3 дня ближайшее, присобачу на свой проход на кухню. Кстати, ничем она таким не пахнет. Тут там обычно пишут, что воняет черти чем. Опять какая-то тут вот эта белая нитка. Прям русалка-русалка. Красно-черная нитка. Ой, у меня какая-то овашка по какой-то там русалке недосмотрена. У которой папашка был в мафиози. В общем, что, я, наверное, им 5 звездочек поставлю. Хорошая вещь. Вот такой у меня обзор китайских двух посылок. Надо это как-то теперь сложить им аккуратненько. Вы не смотрите, что я такая вяленькая. Я сама уже заметила, что такая вяленькая.
Я после стрима думала покушать сделать, но когда стрим закончился, я поняла, что я хочу жутко спать, но вспомнила, что у меня эти посылки, и надо как-то уже отметить продавцам, что они мне доставлены. Да и закинуть немножко с флешки, с камеры на ноут, потому что так, еще одна волосатая белая фигня. Еще одна фиолетовая фигня. Еще одна. Ну ладно, все равно в среду убираться буду. Пусть на полу валяется. Короче, в общем, надо было освободить флешку. Когда стал освобождать флешку, мне мой ноутбук сказал, что есть парочка обновлений на Intel. Загляните. Ну, как-то вот. Вообще на ощупь она прикольная, нормальная такая. Я боялась, что будет какой-то совсем трындец, но вышло очень даже все нормально. В общем, всем спасибо, кто осилил до конца. Всем советую Джум. Внезапно оттуда и правда что-то доходит. Ну, там можно что-то путное найти, а можно какой-то ширпотреб. Это то же самое, что Али, но, по-моему, оно более надежное. И... Что еще, наверное, сказать? Всем хорошего настроения, новогоднего настроения. Слушайте, практически елочка, хоть и тут и сердечки такие. И всем пока!